Добрый день всем моим подписчикам. Я сегодня приглашаю вас прогуляться, чтобы посмотреть вот такую вот красоту, которая творится у нас на море. Сегодня пошел снег, и я не стал ждать еще несколько дней, чтобы снять обещанное видео о том, как выглядит Паралия в декабре. Так будет гораздо красивее. Начнется наша прогулка на улице Горького возле Аквамарина. Мы спустимся по лестнице до кольца, повернем на проспект Южный и по нему уже доберемся до арки с надписью «Паралия», сквозь которую мы пройдем и попадем в тихий зимний рай Витязева. Выйдем к пирсу и прогуляемся до Аквамаринского прохода по берегу моря. Хотел дотерпеть все-таки еще недельку, чтобы снять видео, но у нас пошел снег, стало... очень-очень-очень красиво. Мне кажется, этот видеоролик сегодняшний появится даже раньше, чем пляж Суко. Хотя он уже у меня на YouTube залит, осталось только опубликовать. Просто, как говорится, красота не может ждать. Смотрите, как все в зелени, снег пошел. Сегодня у нас 29 ноября 2016 год. И у нас вот такая вот красота творится. Я вам сегодня предлагаю прогуляться от Аквамарина через кольцо, дойти до входа в Паралию, через Паралию выйти на пляж и вернуться по пляжу к проходу Аквамарина. В общем, такой вот план прогулки. В общем, наша анапская сказка. Всем приятного просмотра. У нас это уже не первый снег. Первый снег выпал еще неделю назад. Даже, может, чуть больше. Потом было опять солнышко, опять красиво все. Но он был ночью. Буквально с утра уже ничего не было, все растаяло. Так что я там особо не успел поснимать. Ну, я под ним, таким под мелким снежком, прошелся от аквапарка Тики-Так до, получается, Юнги. Это видео есть, но там его так не видно. А здесь же вот, очень-очень красиво. Кружится, летает, такие вот песенки лезут на ум. В общем, такая вот красотища. Все нравится мне то, что нет ветра, можно сказать, тишина, красота. Одна красота. Такие вот. Я иду как будто в каком-то лесу, да, таком заснеженном. Причем зеленым, оно такое, из-за этого выглядит нереально. Все-таки вот тех, кто будет смотреть, большинство, когда снег идет, зелени уже не наблюдается. У нас все-таки вон травка, из-под снега зеленая торчит вовсю. В общем, это все довольно красиво. Оделся сегодня тепло, так что это не помеха моей съемочки. Обе заставочки я сниму на пляже. И перед видео, и после видео. В это видео я тоже, скорее всего, добавлю карту моего маршрута прогулки, чтобы вы могли ее повторить. Вроде бы как, ну, по крайней мере, негативных отзывов о карте я не слышал. Если кому-то не нравится, можете написать. Еще ко всем у меня такая вот огромная просто просьба, но я ее выражу в начальном видео. Блин, снега много, теперь он мне в лицо идет. А! Вообще. Такой чистый кайф. Почувствуй зиму, называется. Почувствуй нашу зиму. Я на самом деле не помню, когда последний раз в ноябре, начало декабря, выпадал у нас снег. Он такой, причем крупный, красивый. Если там прогноз бывает, у нас минуса обещают, там небольшие, там минус один, то он все вот это вот должно замерзнуть. Ни в коем случае не растаять. Идем направо, по кольцу, на проспект Южный. Обычно лучше всего, конечно, проходить по левой стороне. Тогда можно все это расстояние пройти по тротуару. Но, как говорится, не ищем легких путей. Идем так, как ближе. С
сегодня строительные работы, большинство, конечно, затормозились. Вон, видите, надстраивают еще плюс 2 этажа к 3. То есть у нас появится еще одна пятиэтажка. Да. Так это радует. Это ж, по идее, либо взятка администрации, либо взятка администрации. Я просто не верю, что кто-то взял и выдал разрешение на то, чтобы можно было пристроить еще 2 этажа. Причем территории, как вы видели, у них своей практически нету. Вот. Кто-то отдыхал в этих гостиницах. Сейчас я перейду на ту сторону, тут возле лавочки сделаю панорамную съемочку. Меня просили почаще оглядываться, показывать, что остается сзади. Вот, выполняю просьбу. Я, кстати, вот заметил вот по другим, ну и сам в начале, в принципе, видеоролики снимал, кривовато камера дергалась. Ну, за счет того, что фотограф все равно и научился и видео снимать, вроде бы более-менее стало получаться, ну и более стабильное изображение. А если еще замутить себе стабилизатор, будет еще круче, я думаю. На экране, правда, вижу, вроде бы не забивается линза снегом. Ну, если что, вдруг, простите за это действие. Можно списать на сказку. Вот, смотрите, здесь был парк аттракционов, лужи, снег. Вот такой. Я думаю, будет слышен этот звук на микрофоне, как что-то долбит где-то. Потому что микрофон сегодня вынес наверх. Надеюсь, он не пострадает от этого снега. Так как ветра нет, его не должно задувать. Машины немножко ездят. Как видел, там Харлам говорит, осенью холодно хожу в машине, так и у нас, наверное, многие двигаются на транспорте. Там гостевые дома. Летом в них места не найти, сейчас никому не нужны. У меня Витязева остается неснятым еще один проход к морю по улице Мира. Знаю, что-то никак до него руки не доходят. Но обязательно попозже сниму его вам. Ух. Блин, красотища просто, я не могу. Надо фотографии делать, потом выбирать на заставку. В общем, в этом году наружные уличные работы, в общем, по строительству выглядят проблематичными, так как в такую погоду не особо хочется работать на улице. Мне, кстати, некоторые скидывали видео, как у них зимой. Спасибо вам за них. Посмотрел, вот видите, теперь у нас снег появляется. Правда, не как там в Сибири, у нас минус 30. Но у нас минус 1 максимум. Хотя, наверное, сейчас плюс 5, плюс 6. Потому что снег, видите, падает, сразу тает. Ну, все равно такая безмятежная картина погодная. Все тихо, красиво, классно. Что еще надо для хорошей прогулочки? Ну, чуть-чуть. Протер чуть линзу. Мне начали появляться какие-то снежные. Даже не снежные, тает от телефона снег. Водяные разводы. Вчера у нас был дождик, сегодня тоже весь день шел дождик, и вот часа два назад где-то пошел снег. И все поменялось, настроение, можно сказать, улучшилось. Вот он уже скоро Новый год. О, прикиньте, магазин рабочий. Нормально.
Ну, значит, кому-то это надо. А так все остальное, видите, закрыто, не работает. Но мы двигаемся дальше. Так, вот это проход на параллели с срезанным углом, который нам не интересен. Так, панорамка снята, двигаемся дальше. Я вот больше всего радует, все равно какая-никакая тишина. Хотя отголоски перфораторов слышны в воздухе. Но все равно очень красиво и достаточно тихо. Снега я чувствую сегодня наемся так конкретно. Наверное, видео приветствие буду записывать как снеговик, потому что он ко мне прилипает. Вот мы уже подходим к параллели. Кафе Грека работает. Даже кто-то там в нем сидит. Так, туда дальше у нас прошел проспект Южный, направо улица Черноморская. Вот она, параллелия. Вид красивый. Снимем панорамочку и двинемся дальше. Ух, как ноги скользят по параллели. Два человека, которые оказались с ним. И запах еды, ничего себе. Я думал, что угодно, но Византия от левой стороны, походу, работает. В общем, двигаемся. Ух, как ноги скрипят. На самом деле вот очень-очень скользко, хотя иду в кроссовках, тут слой снега и так пробуксовывает постепенно. Сейчас у нас где-то в районе 3 часов дня, то есть не сказать, что такое позднее время. Вот, смотрите, какие красивые растения в снегу. О, и здесь звуки перфораторов, что-то здесь ремонтируют в этой столовой. Фрегат также продолжает работать. Свет горит, люди сидят. Ничего себе, в этом году не все закрылось на параллели, я был неправ. О, строительная работа, слышите, как долбят. Кто-то очень сильно сидел. По-моему, человек 10, наверное, сел на эту лавочку, на одну сторону, что она под ними сломалась. Ну вот буквально за 10 минут вот такой Марина спокойным шагом до параллели пешком. Можете, у многих просто возникают такие вопросы. А сколько идти там, куда там идти? Стройка на заднем фоне. Так. Двинемся дальше. Поснимаю там такой чпок-чпок. Интересно, будет слышно, как я чапаю по лужам. Абсолютно даже, как сказать, все закрыто, все закутано, снег, призрачности. Вот единственное, что ветра нет,
такая вот тишина, но очень-очень радует. Сейчас я повернул, получается, ветер тут как небольшой все равно уклон был. О, смотрите, какие реки, я пойду с этой стороны. Ух, тут вообще хорошо, так на меня снег не летит. Классно. Впереди нас Эмеральд, Люксор. Сейчас тоже на этом пятачке сниму панорамку. О, все. Я вылез. И вот прямой путь до моря впереди. Такая красота. Эмеральд, Люксор. И мы двигаемся дальше уже по финишной прямой до моря. Не могу я. Это такие жесткие пробуксовки. Просто жесть. Я, кстати, вот после Суко, как фабула, полазил по озеру, еле от своей кроссовки отмыл. Такая грязь с мелким песочком. Вот тут какой-то ураган какой-то праздновал. Прошел. Ветку отпилили. Дерево. Фонари горят. Гулять можно, красиво, нужно даже, можно сказать. Ой, впереди меня какой-то гигантский водоем. Его надо вот как-то преодолеть. Еще когда у нас даже точка тут по фотосессиям стояла на параллели. Как раз вот один раз мы брали в районе этой лужи. Скидывались толпой на насос и постоянно ее откачивали. После каждого дождика. Так. Ну, собственно, вот так вот выглядит этот водоемчик. Ну, тут можно спокойно обойти. И за ним уже сделаю еще один панорамный кружок. Вам показать. Пролез с него. И так абсолютно везде. Впереди там тоже лужи, которые нам придется преодолевать. Кто хоть чуть-чуть люди появляются. Совсем как-то печально. Проход на левую сторону. Здесь также вот еще один проход на улицу Мира. Здесь пальмы стояли, их укрыли. Классно. Собачка идет со мной. Здесь под крышами опять можно спокойно двигаться, чтобы на меня не падал снег. Вот здесь, если кто-то помнит, стояли пальмы. В начале параллели, кстати, я видел, что пальмы так и не накрыли.
И все. Выдвигаемся. Вот я уже прям чувствую, где-то там волнуется и шумит наше прекрасное Черное море. До него остается совсем немного. Но еще идти. Классно идти, по крайней мере, не под снегом. Это очень сильно радует. Смотрите, кстати, некоторые елочки выжили, растения. Вот некоторые погибли. Наверное, будут менять в следующем году. Все-таки сделать красивую набережную. Да, и Тиролет тоже давно пора это перестроить, более красивые магазинчики, как в Анапе делают. Недавно был видео, снимал по Анапе, по набережной, там их уже хорошо их облагородили, пластик, металл, красиво это смотрится, гораздо красивее, чем вот такие вот Ролеты. Так. Здесь можно пройти к аквапарку Олимпия. Сейчас пойду на центр, опять буду панорамку мутить. Вот, параллель, видите, вся в воде стоит. Это снег сейчас натаял. Вон он, аквапарк. Вот, снег. Пушистый, летающий. И двигаемся. Я тут подстанция рядышком, слышно, как гудит трансформатор даже. Вот настолько тихо. Классно, все-таки на параллели сейчас. Ой, смотрю, на песке вообще снег не тает. Там такая белая красота. Может получиться одно из очень красивых видео на море. Вот так вот ветер потрепал. Все эти навесики. И вот так вот они теперь болтаются. Если снег не растает и нападает его хорошо, то я завтра, наверное, еще раз пойду погуляю, как минимум на море, поснимаю, как оно будет выглядеть снегу. Ну, это все если. Обычно он всегда тает. Если не будем загадывать, как повезет. И если повезет, то у нас будут очень красивые кадры. Конечно, гораздо интереснее гулять по параллели, когда много людей, можно как бы рассказать о том, чем кто занимается. Ну, для таких селф-прогулок тоже очень круто, очень красиво. Тем более, когда вот впереди ты видишь такой туман, дым, там ты знаешь, что море. О, вообще, вот, такое вдохновение. Еще раз просьба ко всем тем, кто смотрит мои видеоролики, подпишитесь на канал. Так как вам это не сложно, мне приятно видеть. Все, чем больше подписчиков, тем больше хочется снимать, гулять для вас, показывать, как она поживет зимой. Потому что по статистике 75% просмотров не имеют подписок на мой канал. А то есть, если у меня даже сейчас 600 почти там человек подписано, почти 1500 не подписаны. Так что огромная просьба, подписывайтесь. Даже если вы не зарегистрированы на YouTube, зайдите, зарегистрируйтесь, подпишитесь. Ведь все-таки это шаг вперед. О, как снег хрустит под ногами. Вообще классно. Я не знаю сейчас смысл, какой смотреть телевизор, когда, короче, включен на том самом телевизоре YouTube или на компьютере, и сиди, смотри то, что интересно, действительно. Ай. Смотрите, как замело.
все песок. Вот это красота, блин. Сейчас подойду поближе. Вот это зима, да? Вообще супер. Я иду по песку. На нем лежит снег, снег не подтаял. Вот эти пирсы никуда такой. Красотища. Даже вот в этой тишине не слышно шума морского прибоя. О, ради этого только стоило сюда идти, чтобы увидеть такую красоту. Ни Анапы не видно, ничего, все в снегу. Такое красотище. Я уже себе придумал кадр, который у меня будет стоять сегодня на заставке к этому видео. Камера вроде чистая. И вот так вот я сделаю. Так. Смотрите. А? Какие звуки. На пирсе никого нету. Ну, кажется, как будто так недалеко вроде. Что-то до конца, да? 200 метров пирс. Те, кто со мной часто ходит, прогуливается в моих видео, знают, вот, видите, в тумане одна таблеточка все-таки видна. Ну и то, ради чего мы сюда шли, идем к морю. Я думаю, будет слышно. Я немножко помолчу, чтобы вы насладились этим звуком. Этой красотой. Какая-то беда случилась с микрофоном, не могу понять почему. Вроде бы записывает. В общем, мы двинемся так, как я обещал, еще пройдемся по берегу до аквамарина. Надеюсь, какое-то временное было явление. Может, конечно, батарейка подсаживается. Сейчас езжу, куплю новую, поставлю на всякий случай. В общем, сори за этот тык-тык-тык, какой-то непонятный звук. Мы дальше двигаемся к аквамарину. К аквамариновскому проходу. О, я, кстати, не единственный. Снег, видите, стал такой мелким, как бы, градиком. Такие хлопья большие уже заканчиваются. Пока я снимал свои видео стартовые, конечные. Надеюсь, вы на них послушаетесь. Зайдете, подпишитесь на мой канал, поставите колокольчик, чтобы работал, чтобы получать оповещения о всех видеороликах, которые выходят на моем канале. Такая туманка, дымка. Я, кстати, недавно фотографировал, вечером ходил. И там тоже была такая туманка на море. Дымка, туманка. И вот на этой, ну, как на фотографиях, ее не очень видно. Кстати, вот, тоже гуляющие люди. Не знаю, что там за птички, конечно, сидят, но кто-то тоже. Видите, какая красота, да? Что может быть чудесней?
морской волны. Так сворачиваешься, вух, и зима. Вон аквапарк на заднем фоне видно. Ракушки хрустят под ногами. Кстати, вот смотрите, рапанчиков не так уж и много, но они все же есть. Вот створка от мидии и ракушка рапана рядышком. Большая ракушка. Это прямо рядом с пирсом, не отходя далеко. Пока нет особо желающих собирать. Вот смотрите, как классно смотрится. Кстати, чуть подальше отойду, хочу сбоку сейчас фотографировать. Витязовский пирс на фоне снега. Можно, кстати, сразу сходить. Посмотрите, сколько рапанов. Вот один, вот еще два. Тоже повыкидывало. Может, после того, как я еще был, еще сильнее шторм усиливался. Птички, вон тоже люди идут на море наслаждаться снегом. Ух, и ветер поднялся. Не очень комфортно стало. Еще не влазит, нет, пирс, еще чуть-чуть отойдем. Вот целая стая грачей или ворон. Расстояние непонятно, кружится. Вот так. Во. И там еще люди выходят. Ни одного меня снег потащило на море. Красотища. Вокруг дымка, справа вода, слева берег. Такие бескрайние снежные просторы. Этот снега всего-то 0,5 сантиметра. Можно пока вернуться еще к водичке. Помолчу чуть-чуть. Слушайте, вот как. Чем ближе к морю, тем красивее этот шум волн. Такая вообще кайфовая ситуация. Вроде бы еще не холодно, и снег идет, и море рядом. Сегодня гораздо теплее, чем, допустим, когда я был в Суко, хотя там было солнышко. Сегодня пасмурно, но плюсовая температура. И... Ай-яй-яй-яй! Меня чуть не смыло, заговорился. О, кстати, смотрите, тина еще по нам выбрасывала, она под берегом стоит. Я предлагаю еще перед уходом все-таки дойти до барханчиков и посмотреть, как оно там будет выглядеть. Прощаемся с моря. Потоптаем ракушки. Потопчем. Или нет, потоптаем, все-таки веселее звучит. И двинемся по снегу. Видите, да, тут под солнцем загорали, кайфы, сейчас снег лежит. Даже вот в прошлом году, когда было довольно-таки холодно и все замерзало, то
то снег на пляже как такового не был, потому что он был не липкий, и, ну, ветер был, и ветром его сносило. Такая картина, ну, не часто бывает, что вокруг снег. Но мы сейчас залезем в какой-нибудь бакан и посмотрим на все это дело с высоты. Еще панорамного вам. Вот мои следы. Люди тоже гуляющие, лазящие. Тоже с селфи-палками. Ветер харю, я ж парю. Сейчас так не прикольно идти против ветра. Вот как изменилась погода, да, когда я только вышел? Вот такая умиротворяющая тишина, тепло, кайф. И чуть-чуть подул ветерок, подул с берега. Сразу стало прохладно. Снег полетел в лицо. Как все резко поменялось-то. Хочу вот на эту горку залезть. Или можно залазить даже. Можно вот отсюда чуть приподняться, снять вам панорамку, и можно будет прощаться. В общем, пока море. Увидитесь его до следующего раза. Передаю привет всем своим постоянным подписчикам. Спасибо, что пишете свои комментарии. Мне это действительно важно. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на меня во всех известных вам соцсетях. Я везде есть. Юра Азаровский. Вы можете меня везде найти. Пишите мне ВКонтакте, в Одноклассниках. Ссылки, кстати, на подписку есть под этим видео. Я буду вам за это за все благодарен. И сниму для вас еще больше классных, красивых видеороликов о Витязево, Анапе, Сокол, Джимате. В общем, все то, о чем вы попросите меня. Всем пока-пока и до новых встреч.